si seleziona, con Nino De Filippis al comando scatenato che cerca di mettere in difficoltà il suo gregario diventato maglia rosa. De Filippis va all'attacco. Massignan, Soler, gli altri scalatori devono stare alla sua ruota. Ma Balmamion coraggiosamente resiste. C'è sempre Nino, in maglia tricolore, a guidare la pattuglia degli attaccanti. Soler, Massignan, Adorni ed ecco Balmamion, l'ultimo della fila. Carlesi in difficoltà dopo una caduta. Uno spagnolo della Ferris, che veste la maglia rosa ma non è preso in classifica. Lo scarrato sul Col de Joux è davvero durissimo. Il gruppo si spezza, qui vediamo Franchi, Antonio Franchi dell'Atalo tra i ritardatari e qui le immancabili spinte. Spinte che vengono date non ai primi della classifica e che quindi non condizioneranno più di tanto l'esito della gara, ecco infatti Beraldo. Quindi qui spingono addirittura l'ammiraglia dell'Atala in panna su certe pendenze. Si deve fermare anche la macchina della Faema. Polvere, strade bianche, sembra di essere tornati ai tempi eroici, ai tempi di Coppi e Barbari. Siamo invece al 1900. Le spalle a Cirelli e De Rosso, sono uomini fuori classifica. Il gruppo dei migliori riduce il distacco, ma non si schiata a raggiungerli. Gli scalatori non hanno mai messo il naso alla finestra, hanno praticamente abdicato a favore del giovane Balmamion. A Cirelli può transitare prima in vetta e tuffarsi in discesa fino al traguardo di Seven. Опа, она снялся. Вот это первый человек, о котором мы действительно должны говорить всерьез. Первыми не выдержали нервы у венесуэльского экс-призера Джира д'Италия в общем зачете. И под макушку Коль де Жу, перед спуском, который является довольно-таки опасным, венесуэлец, один из тех вольных искателей приключения под началом Джани Савио, Эль Принципе. А тут, по-моему, Эль Пикколо Принципе. И пробился в десятку сильнейших. Ну и в-третьих, вся команда его выглядит на этих соревнованиях очень даже успешно. Хуже другое, хуже то, что Рухана наловился на ровном месте в прямом переносном смысле этого слова много времени. И сейчас из генеральщиков потенциальных он ниже всех остальных. 34-я позиция, 3.05 проигрыша Хоакиму Родригесу в общем зачете. Что касается поехавшего за ним экс-победителя Джиро д'Италии 2004 года Дамьяно Кунего, то Кунего выглядел на горы. Минута 37 не выглядит большим разрывом. Ну, а Барта тем временем добирается до вершины Коль де Жу. 1640 метров над уровнем моря. И сейчас нужно не торопиться. А где же Шлек? Да, Шлек как раз-таки вот, да, сидел сейчас в хвосте группы. И выходит, что на этом крутичке, где поехал вперед Рухана, тут скорость возросла и вывалил Шлек, получается. Да и крутичок-то там на самом деле, там меньше 10%, но это оказалось достаточным крутичком, вот вам, учитывая... Пожалуйста. Протяженность подъема, и все-таки не зря корчился Шлек-старший. В тем временем вы видите, что легко Пезо де Пьюме, то есть вес пера, естественно, очень маленький, и поэтому экономично в любом случае едущий венесуэлец Кунего так и не сажает толком на колесо, то есть Кунего вынужден все-таки ехать в одиночку, но по крайней мере...